3 марта полиция Баку помешала жителям центрального района провести митинг протеста. Ранее Кавказский узел уже сообщал о том, что в центре Баку началось массовое переселение жителей. Предусматривается снос около 10 тысяч одноэтажных и двухэтажных старых построек. Власти объясняют эти меры необходимостью благоустроить город и планируют создать на этой территории зеленые зоны. Многие жители недовольны размерами предлагаемых компенсаций. Дайте мне такие деньги, чтобы я мог и дальше жить в центре города. Я же не деревенский, я бакинец. Посмотрите, что сделали с людьми в Муханы. Море отобрали у людей. А теперь они хотят снести наши дома и построить что-то для себя. Корреспондент Кавказского узла стал свидетелем задержания по меньшей мере 3 человек. Пресс-службе МВД не подтвердили информацию о задержаниях участников акции.